Начало новой недели на Киевском Майдане после воскресного народного веча, собравшего десятки тысяч человек. Как минимум несколько сотен остаются на главной площади украинской столицы, круглые сутки сменяя друг друга. Тем временем сцену, с которой выступают политики, артисты, общественные деятели, меняют на большую. Лидеры оппозиции призвали протестующих не расходиться с площади и оставаться на Майдане и в Новый год, и в Рождество. Мы пытаемся остаться здесь. Вот видите, даже я, мне уже 64 года, здоровье не очень. Но я просто не могу сидеть дома и смотреть, что делают эти господа. Вы только подумайте, как это можно отдавать приказ бить студентов. Чтобы это взять, дать вказівку, чтобы побить студентов. Тогда это таке было. В целях консолидации силы, усиления давления на президента Януковича и его правительство лидеры оппозиции объявили о создании национального политического движения «Майдан». «Мы превратим жизнь этого правительства в настоящий ад», заявил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.